Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Привет, люди и дорогие подписчики. Все. Недавно я уже ролики снимал про эту Genius. Всего два таких модели этих колонки там. Один, другая, это чужая СПК 06, которую у Максима я это снимал. Теперь, когда поехал еще раз в Новотроицк, я вот взял вот такие вот современные старенькие колоночки. Называется SPG-D06. Выглядят они довольно-таки не классные. Но когда съездил туда без заказа, ничего не заказа, а просто покупал, и решил договориться по поводу объявлений своих там, написать, что постановочную съемку давай сделаю, а не сказать, что запретили это, что может быть какая-то авторские права, или может быть черный список добавить могут еще вообще у людей. Либо что-то они об этом мне обматерятся. Подробно снимаю я. Я позвоню домофону этому двери. И он как раз тут мужчина появился. Что тут он говорит? Он ругается матом. Он ругается матом так, что... Ну и сразу же он понял, что я пошел покупать за эти колонки SPG-D06 модель. А он успокоился сразу, сказал, что это называется нецензурно брать, ненормативная лексика этих слов там. Называется там Х, И так далее. Называется, которая... Есть такая статья, которая платит 500 тысяч штрафов. Мы сейчас не об этом говорим, а про колонки. Жена вот остановила эту мужчину. И я отдал этой женщине за 200 рублей, покупал на эти джинюсные колонки.
Ну, они сразу проверили, как звук работает, и сказали, ну и катитесь отсюда, этой колбаски. Они начали там что-то ругаться, ну и потом простили, что они так больше делать не будут, обращаться с этим покупателями. Я вот покупатель, покупаю, ну или колонки, еще там на Авито, что я захочу и буду там снимать. Они сказали, что там у нее там какая-то жена, и там детки, ремонт дома. Я сразу не мог приступать к экранным этим постановкам. Может, это опять снова появится какое-нибудь там здесь авторское право на музыке. Не, я найду нормальную, которая без музыки этого авторского права. Ну и так как-то попробуем. Может, сейчас. Колоночки. Надо держать крепче, чтобы они не упали. Так, надо сначала это выключить. Я не должен показывать никакую музыку. Они опять снова появится там авторское право на этой же ошибке. Купил на Юле за такие колонки Genius'а 200 рублей. Так. Сейчас выключим этот экран. Так, выключил свой экран теперь. Вот оно, производитель, если звук какой-нибудь в том случае появится, это видео предупреждение об этом авторского права, то значит там, если будете снимать колонки, лучше покупайте только один раз эти колонки, а потом другие снимайте вот об этом на экран, вот сайте снимайте с помощью программ, но я потом вам скину ссылку в описании. Или я сам это буду делать, показывать вам эти колонки, что для чего они, и отзывы там есть, все есть. Вот, все слышите, это называется музыка с этим авторским правом, а бывает еще без авторским правом. Я об этом не должен попадаться, иначе могут еще и канал мой заблокировать. Я писал об этом этим подписчикам на комментарии. И они сказали, что я боюсь, что меня заблокируют канал. А еще я треки удалял эти музыки, чтобы никто не слышал, никто не видел. Поэтому будьте аккуратны с Ютубом, с этим авторским правом. Покупайте вещи, то, что вам надо. Покупайте вот такие вот старенькие и еще новые колонки Genius'а. Так что всем удачи и пока. И снова с вами был я, Данил и Даню ТВ. Заходите. Будем играть Golden Minds и Golden Tia. Я говорю, вы сами будете играть и зарабатывать на нем реальные деньги.